знамя. Есть из бетона, которые самые приятные у дороги. Да, это печатные. Да, дешевле намного. Если натуральные камни, допустим, вулканические камни, стоят около $350, а если из бетона, $35. Заглядение. А это обычно из террасных камней. Черные — это вулканические камни, серые цветами — это песчаника, а белые — это известняк. Так, мы почти приехали в парк птиц, да, куда мы едем, наша первая остановка. Я вам расскажу, там сам парк птиц — это около 4 гектара всего. Мы будем ходить там как по часы. Вот, лево, лево, дальше, дальше, там. Они разделяют по разные территории. Там будет Ява, Суматра, Бали, вот так, да. Еще Борнео. Там много разных птиц можно посмотреть. Ни с каких там клетку, ни с каких они свободны, как в их натуральное обитание. Там есть стойка, где можно пофотографироваться с птицами. Да, это бесплатно. Но дадут вам потом талон. Они тоже фотографируют вас, да, профессиональные фотографы. На выходе можно посмотреть там вашу фотографию. Если понравилось, можно печатный купить. Вот стоит обычно 175 тысяч рупий одна фотография. А там... Если не надо вам, не нужно тогда. Да. А там есть Wi-Fi? А? Wi-Fi там есть? А, ну не дают обычно, не работает хорошо, да. Так, у нас тут будет время 1.5 часа. Ого! Да. Но не надо торопиться, да, потому что отсюда мы поедем, где мастер-класс. Нужно ехать около 80 минут, да. Вот тогда я еще раз вам скажу, мы будем здесь до 10.45. 10.45, да? Уже поедем вот сюда. Я всегда с вами, если у вас какие вопросы, можно задавать себе, да? Выходим? Да. Я не могу остановить видео. Очень хорошее видео, мне его надо сохранить, и оно не останавливается. Там все статуэтки я сняла очень.